Вот четко показано, как идет след падения НЛО, летательный аппарат. Куча, огромная куча комментариев, что все это фейк, что это неправда, что такого не может быть. Это видеомонтаж, чтобы люди мне показали, есть реальные видеосъемки, есть реальные картинки, кадры. Они, знаете, какой мне больше всего комментарий, помимо того, что сейчас вы вот только что видели разные комментарии, мне больше всего, я его даже зачитаю, написал один. Смотрите. Некто Алексей, мало доказательств. За столько веков нет ни одного реального съемки и встречи с инопланетянами, с цивилизацией. Где они? В современный век технологий не могут выйти с этими существами на связь. Чушь полная. Вот смотрите. Есть огромная толпа людей, которые отрицают существование Австралии. Есть огромная толпа людей, которые отрицают вообще космос. Говорят, что космоса нет. Луны нету, это голограмма. Солнца нету, это голограмма. Представьте, то есть они утверждают, что нету солнца, а что же тогда греет Землю? А это все ерунда, это все фейк, это все неправда. То есть они не думают головой, они просто все отрицают абсолютно. Это так называемые великие отрицатели. Так вот, сейчас я, кстати, вернусь к этому видео, нажму на паузу. Так вот, огромное количество людей говорят, что спутники в космос не летают, Земля плоская, стоит там на непонятно на чем. Некоторые говорят, что на трех слонах, другие говорят, что просто ни на чем она не стоит и так далее и тому подобное. То есть есть миллионы фотографий, где показывают Землю с космоса, где показывают другие планеты, Марс. Они говорят, это все фейк, это все фотошоп, это все. Хотя фотошоп буквально недавно появился. Но дело не в этом. Я к чему это говорю? Я говорю лишь к тому, что чтобы людям не показали, в современные они все отрицают. Огромное количество людей, они просто разбились на группы. Одни верят в НЛО, другие не верят в НЛО. Одни верят в то, что американцы были, я в частности, на Луне. Другие говорят, что не были. Одни говорят, что есть как бы инопланетяне. Другие отрицают. Бесполезно доказывают. Так вот, смотрите, это разбившиеся НЛО. А скинул это видео Кирилл Стариков. Вот у меня чат-канал есть. Анунаки против Тиртхи. Ну и вообще есть также. Я создал новый телеграм-канал. Анунаки против Тиртхи. Только два
или 3 дня назад, и здесь я выставляю все, что связано про НЛО. И вот он скинул здесь видео, кому интересно, можете подписать. Здесь вообще огромное-огромное количество идет обсуждений. Видите? То есть оцепление, то есть реально разбившееся НЛО. Люди, которые там исследуют, они находятся в защитных костюмах. Смотрите внимательно. То есть это военные приехали в защитных костюмах и там, то есть организовали исследование. Далее, смотрите. Вот четко показано, как идет след падения НЛО, летательный аппарат. Съемка идет. Это тоже фейк получается? Камера приблизила сдалека. Это тоже фейк, правильно? Это тоже видеомонтаж, по-вашему. То есть все, что не показать, все, тех, кто хочет, ну, тех, кто считает, что этого нет и быть не может, они будут говорить, это фейк. И убедить бесполезно. Поэтому я рекомендую, те, кто, как говорится, верит, вы просто анализируйте. Еще раз вам хочу сказать, что на самом деле НЛО есть, инопланетяне есть, и мы для них это как корм. Для рыбы, понимаете? Как хотите, так и это воспринимайте. Но есть реальность. Вот смотрите, военный. Оп, упал. Объект. И он плывет еще под водой. Оп, вынырнул. И улетел. Это реальные все съемки. Это документальные кадры. Видите, падение и взрыв. Это повтор того же самого. То есть камера так прыгает из-за того, что объект находится очень и очень далеко. То есть когда вы приближаете, ну, зум делаете, то и когда рука дрожит, то естественно, что камера будет плавать из-за очень большого расстояния. То есть явный след. След от воздуха разряженного. То есть это объект падает. Падает на землю. Вот тоже некий объект висит. И смотрите. Оп. Сбили. Просто тупо два объекта раз сбили. И все. И он посыпался. Что бы там ни было, я вам еще раз говорю, найдется огромное число отрицателей, которые отрицают абсолютно все. А вот еще смотрите. И все соблюдено, все, то есть камера идет вслед за НЛО и так далее, все четко показано. Тем не менее, это фотошоп, это фейк. Вы знаете, это старые документальные, тогда фотошопа не было еще. Фотошоп изобрели буквально недавно. Есть, кстати, фильм, не помню, как он называется, про пирамиду, которая висит. Я поставлю сейчас кусочек из этого видео. Только здесь пирамида, видите, она перевернута вниз конусом. А есть мультфильм или фильм, ну, сейчас я кусочек поставлю. Про Гора и про, ну, египетских богов. То есть это старые видеокадры. Ну вот такое вот видео на сегодня я хотел показать. Всем счастья, удачи и процветания. Подписываемся на канал. И, как говорится,
Пишем мини-комментарии, все, что мы по этому поводу думаем. До свидания.